Люблю хедшоты. Стрелой прямо в глаз. Мгновенная смерть. Хотя иногда хочется, чтобы гады немного пострадали. Привет, подруга. Не знаю, сколько мы еще продержимся. Да ты провернул все в тюрьме. Я рада, что Салага, для тебя есть работенка. Ну, ты уж прости. Нехорошо тогда вышло, да? Спроси, кого хочешь, если надо впахивать, я первая. А вот с общением... Ну, пока не очень. Давай забудем, ладно? Команда у нас отпад. Все сильные. Мало ли что ждет нас за теми стенами. Надеюсь, Эрл в тебе не ошибся. Мы все думали, как сломить врата Эдема. Начинать нужно с Веры. Ну, так она себя теперь называет. Видишь ту статую на холме? Ну, конечно, видишь, как ее не увидеть. Иосиф Сид, отец. Люди Веры строят это убожище в качестве места паломничества. Видел? Жалкие ублюдки будут ходить сюда строем. Жуть. Надо разрушить эту статую, чтобы они поняли, их отец не бог. Он просто человек. Что скажешь, Салага? Сделай огромную дыру в этой хрени. Как Вера это делает? Тут можно переждать конец света. Нет ничего лучше, чем
что-то летающее и стреляющее. Ну, разберешься. Thank you.
Выходи, грешник! И сказал, что такова его воля. Великий хаос обрушится на человечество. Это наш шанс. Земля пропитается кровью, и крики грешников грянут страшным хором. Праведный меч. Отличная работа! Нам даже из тюрьмы...
пациента. Кстати, если хочешь еще помочь, есть одна идея. Вера хранит свой код имени Иосифа внутри статуи. Заберись внутрь и сожги бумаги. Покажем ей, с кем она связала. Ты сможешь забраться наверх по лестницам. Их можно опустить с помощью рычагов. Живи, найди их. Выкуси! Я пошла! Прикройте! Я наверх! Позиция.
бедолага. Иосиф Сид будет в ярости. Вере теперь придется не сладко. Она должна будет ответить за книгу и это чучело. Сектанты. К тому же она пустила в ход верных, самых матерых бойцов секты. Будь начеку. Туман сгущается. Он вызывает галлюцинации. Смотри, не надышись им. Иначе кончишь, как маршал. До связи. Блаш ждет тебя. Знаю, обо мне ходят слухи. Говорят, что я лгу, манипулирую людьми, что я одурманиваю их разум. Что ж, я поделюсь с тобой своим рассказом, своей правдой. Жила-была девушка, и весь мир был против нее. В школе ее травили, дома над ней издевались. Она села на иглу. В одиночестве ждала смерти. Потом пришел отец. Дал ей надежду, веру в себя. Отец помог ей понять свою истинную суть, открыть в себе любовь и жизнь. Дал ей новую семью, принял ее такой, какая она есть. И девушка больше не желала смерти. У нее была цель. Однажды отец привел ее сюда. Спросил, верит ли она в него. И сможет ли она умереть за него. Девушка испугалась, ведь она очень хотела жить. Отец сказал, что это испытание. Он поверит в нее, если она поверит в него. И тогда она прыгнула. Отец сдержал слово. Путь в Эдем открыт для тех, у кого есть вера. Иди по пути. Thank you.
веру. Позволь отцу указать тебе путь. Ну же, впусти дар отца в сердце. Позволь отцу указать тебе путь. Ну же, впусти дар отца в сердце. Позволь, я дам тебе цель. Я освобожу тебя. Чувствуешь перемену? Ты жив. Чувствуешь? Первый шаг — это всегда страшно. Но мы в тебя верим. Пройди путь паломника. Следуй пути. Я встречу тебя. Они продолжают делать эту дурь. Примешь дозу и все. Ты попался. Не дай вере заманить себя в блажь. Ты отлично показал себя в тюрьме. Ну, веди. Нужно уметь прокормить себя. Не заходил.